Так думаешь, будет лучше? Да. Ребята, всем привет. У нас утро. Утренний ритуал перед Новым годом. Давай, показывай. Календари открывать. У Дашки три календарика. С какого начнем? Давай. Ой, такая картинка. Какое сегодня число? 6. Как раз. Как раз. Так, как тебе лето. Ага. Как раз. Да, как раз тут, давай. Ага. Ёлочка новогодняя. А у нас еще нет ёлочки новогодней, да? Так. Да. Такая. У Даши уже был ботинок. Ой-ой-ой. У Даши уже было солнышко. Что еще у тебя было? Я уже не помню, что у тебя тут было. А, тут было этот солнышко. А тут что было? Снеговичок. Снеговичок, да, всякие разные фигурки шоколадные. Но там мы еще не знаем. Там мы еще не знаем, нет. Посмотрим, что там будет. А, Мишка был. Мишка, точно. Да, точно, Мишка, вот как этот, где там был Мишка? Снеговичок. Где тут был Мишка? Был тут Мишка? А, как вот этот Мишка, точно. Я помню, что мы его нашли, но не помню где. Ага. Все, 6 было. Давай дальше. Я уже не открыла. Да, хотела еще раз открыть. В этом календаре все для ванны, поэтому мы в ванную уходим. Баня, точно. В ванную Даша ходит теперь. Это не она? Нет, это не она. Очень похоже, очень путается, но это не она. Вот. Она такая большая. Такая большая, ничего себе. Нет, это еще не подумала. Ага. Что там может быть? Давай посмотрим, что тут. Блюба вулькан. Короче, будешь купаться с вулканьими бульками сегодня. Да. Классно, да? А, и тут еще красное. Написано, что это красное будет. У меня так это... У нас уже были, ну не такие, а просто красители для воды оранжевые, да, синие, да, еще стоят зеленые и другого цвета. Да, меня... Вот тут тяжелее всего находить цифры, так? Это она. Нет, это снова не она, очень похоже, но не она. Дашка путает 6 и 9. Тут тоже не вижу, осталась только последняя сторона, либо я еще не проснулась и ничего не вижу. Вот он! О, да, точно, давай. Конфетка. Конфетка. И вот тут вот такие вот... картинки. Кошку нашли! Ура! Кошка, кошка. Идем кушать? Или я не знаю, что делать, как думаешь? Кушать. Да? Сегодня же Николаус. Надо посмотреть, он приходил к нам или нет. Да? Нет. Пошли. Обувь всегда внизу. Да, обувь внизу. Сейчас пойдем посмотрим. Что там? Николаус был? Заходил? Да. Приходил? Да. Ну все. Как раз, что я хотела. Да, ну, Николаус услышал твои просьбы. Так, теперь кушать будешь? Да. Хорошо. Пока я готовлю кушать, Даша вас будет развлекать. Он тут показывает, где класс. А, я что-то вижу. Что же там? Платье, занавеска и... Окей. Занавеска? Смотри. Смотри, какая. Та-да! Смотри, какая. Да. Большая. Большая. Огромная. Да, тут упаковок. Мандрая. Я тоже какая-то. Да. О, спасибо. О, смотри! Давай. Откроем вот этот шар. Ва! Смотри, сколько! А я мучную. О, смотри, что нет, снова есть что-то. Ух ты! А ты сегодня в школу не опоздаешь, да? Посмотрим, посмотрим. Лучше не опаздывать. Ага. Вау!
Это такие пам-пам-пам. Смотри, мама. Это сумочка. Мама, смотри. Па-па-ла-ла-ла. Да, тебе. Вот это. А, такая сумочка. Еще два. Смотри, еще два такие. Смотри, еще два. Да. Это кукла, которую можно будет менять по реке. Еще одна. Смотри, сколько. Сколько же у нее причесок будет у этой куклы. Смотри, клона. Смотри, клона, часка. Да. Это клона. Ну, так, да, вот такие хорошие готовы. Ой. Давай, давай подальше. Смотри, как. Да. И вот такой. Не знаю, я это уже показываю, но я вам скажу. Платится с лёжечком. Там должна кукла быть, мама. Ножнички, пожалуйста. Ножнички, пожалуйста. Вот. А! Носочка. Что? Расческа. Расческа. Вот такая с пандиком. Кури. Еще один. Боже, сколько всего это у тебя? Вот такая. А, это еще одна прическа. Да. Так это у тебя какой-то этот парикмахерский салон. Да. Вот это такая. Вот эта кукла попала из Дашки. И вот да. Такая. И еще такая прическа. Давай садись, будем вместе. Я бы села, вот Дашуля, тут... но время. Да, ага. Она любит носить цвет. Смотри! Петелечка такая. Петелечка такая здесь. Классная. А сейчас кукла! Вот она там. Она уже прическая. Ой, все розовое. Ну слушай, ну... Николаус как будто знал, что ты любишь розовый цвет, Дашка. Да? Да. Сейчас с утра все поиграем с куклами. Так, что тут вообще за прическа? Ой, очень нежная. А, ну так вот это спереди, смотри. Вот тут место для челочки. Ты не... Дашка кашляет. Дашка вчера сидела дома, сегодня идет в садик. Тут просто есть места, Даша, которые должны тут крепиться за голову, а которые там соединяются между собой. Вот. Когда ты их прижимаешь правильно, они держатся, надеюсь. Та-дам! Какая. Смотри, какая. Красивая. А давай эту прическу. Дашулька, давай кушай, потому что уже время тик-так делает. Та-да, какая у меня. Прическа новая. Вот еще вот такие. Кудряшки, как ты говоришь им? Кучерявки, да? Кудрявки. Да. И вот такая кукла у нас получилась. Красавица, принцесса с чашкой на голове. Я тоже так хочу. Хозяйка шара. Волшебного. Та-да! Красота. Ребята, Дашка пришла из садика. Тут не, это не та, ты эту. Нет, ты эту пока еще не знаешь. Пришли буквы, которые я ей заказывала из Китая. А вот это какая? Ну здрасте. Какую ты букву вчера учила? Ши, в тему. Ши, да. Ши, молодец, ши. Ши. Да, давай сюда ши, ставь те, которые ты знаешь. Ши, ши, ши. Да. Ши, ши. Не, подожди, такого слова нету. Выбери те буквы, которые ты знаешь. Это вот в тему про то, как у нас проходит обучение. А это как три. Это как три, да. Но это потом это можно. Это как сердечко там. Да, это сердечко угу. Такое. Улитка! Точно! Еще что есть? А, есть, так. Еще. Интересное, да? Но такое мы пока не знаем. Это какая буква Ёшка? Это буква Ю. Так, Ёшик. Не как Ёжик, нет. А, Е, Е, Е.
ёжик. Нет, даже не ёжик. Ты не поверишь, но для ёжика нужна вот такая буква. Это твоя буква. Это буква Д. Да. И потом еще надо... А, да, надо было два алфавита вот заказывать. Это... Да, Шуля, это по-немецки тебе эта буква нужна, а по-русски это у тебя Ш и потом только А. Тебе не надо С, Х писать. А еще одной А нету, да? Надо взять из другого алфавита. Ма. Ма. Мама. Угу. А тут что написано, сможешь? Ра, как. Ага. Ра. И дальше, дальше. Это ж... Можно, да, если ты ворона, то можно. Что там дальше написано? Мама, я смотрю. Давай. Ма. А вместе будет? Мама. Нет. Ра. Ма. Рама. Помнишь, что такое рама? Даша не только помнит, но и покажет. Где там камера? Да, вот это рама, рама, да. А, Ш, С, Х. Забывается, да? Р. Да. Запомни, рыбка, рыбка вот так разговаривает. О. У. М. Молодец. Ребята, пока Даша там одевается, мы сейчас идем наших соседей поздравить с Николаусом. Хочу вам показать, чем я занимаюсь в последнее время. Вот такую вот снежинку я вырезала. У меня появился плоттер и лазер. Все в одной машине. Я вам ее потом покажу. Вот я вырезала такую снежинку. Вот такую снежинку. То есть это одна заготовка, но ты можешь там в программе варьировать ее изображение по-всякому разному. Вот это та же самая одна снежинка. Вот, потом выжигали мы с Дашкой вот на карточках таких. Можно выжигать что угодно, там можно тоже всякие разные картинки из интернета брать, выжигать. Вот у нас получилось такое-такое, это мы с ней тестировали, как это работает. Тут написано «Frohe Weihnachten», «Счастливого Рождества» и звездочки. Это полностью выжжено, а это только краешек, да, такой. Ну, это просто разные виды выжига. Обжига, выжига, ну, в общем, гравировки. И даже на металле можно выжигать, да, вот так вот. Такая заготовка металлическая, она где-то 2 миллиметра. Ну, то, в общем, толстенная такая сталь, если так говорить, не в миллиметрах, но очень-очень плотная. И на ней тоже можно все выжигать. Я делала это впервые. И криво немножко, так обидно, потому что эта косточка предусматривалась для нашей соседской собаки, она вот кривовато получилась. Буду переделывать. Да, тут Даша тоже было написано, Даша сердечко, Даша разукрасила, вырезала картонку, эту вот дощечку. Эта дощечка 2 миллиметра, она ее ножницами разрезала. И сейчас, пока Даша была в садике, я покажу вам, что я делала. Вот Даша. К Даше приходил Николаус не только к нам домой, но и к соседям, да? И вот принес Даше обновки. Ну вообще, ну вся в единорожках, ну слов нет. А ну-ка. Да. Вот такая лисиночка. Мне криво очень нравится. Что тебе нравится? Криво мне очень нравится. Ой, ну покажи эту она гриву. Она такая мягкая такая. Ага. Резиночка из материала, и грива у нее очень красивая, разноцветная. Так, в двух словах, вот это моя машина. У нее просто крышка открыта, потому что я кое-что, ой, выжигала, это было нехорошо. И тут прямо запах, как древесины, да, такого горелого дерева. Тут у нее вообще-то есть вытяжка такая, там вентилятор работает, выгоняет дым, да, когда там выжигаешь. И есть еще труба, вот ее надо будет просто в окно вывести. Я открыла окно, правда, поздно, тут у меня цветы стояли, пока я все это убрала. Вот что я делала. Плохо видно, идемте на свет. Вот я вышла, где свет. Просто все это я сама составляла. Там есть специальная программа, в которой там берешь кружочки, делаешь из них шарик новогодний, берешь картинку в интернете, обрабатываешь ее для того, чтобы
ее увидел лазер и выжег, да, и просто я неправильно сделала настройки, и картинка получилась такая блеклая. Но, Дашулька, ты, если хочешь, можешь этого гномика раскрасить. Будешь его красить? Ровная. Нет. Ровная. Ты думаешь, она ровная? А не тут. Нет. Так, Дашуля, показывай, что тебе подарил Николаус. Николаус? Да. Это не Николаус, да, это просто соседи передают это по наследству. Для ага. Для школы. Для школы? Может, это в нем можно сейчас уже писать? Что-то, да? Так, маленький. Еще такой пушистенький. Один божодик. Бо, а тут аж две единорожки. Это тоже блокнот? Какой блокнот в блокноте, да? Вон тут Жанна что-то писала, теперь ты можешь что-то писать. Такой мягенький. У тебя маска тоже есть такая, да, с единорожкой. Будешь спать на подушке такой. Ну, открой, я хочу посмотреть, там линии или клеточки, или вообще ничего нету. О, так тут можно рисовать. Смотри, это просто чистые листы. Так? Классно. Да, я сейчас хочу вот там. Вот тут будешь писать. Хорошо, ясно. Так, тут написано «Принцесс». «Принцесс», ага. Это напишет на... Шею. Так, шею. Да, и так и ходить. Есть, вот такое. Угу. А, наклейки, да? Такие наклейки. Да. А мне вот это больше всего нравится. Это как у тебя на тортике было, был рог. Теперь это такой обруч. Включишь огонечки, Дашуль? Просто сейчас как раз солнце светит так ярко. Да, елочка горит. Вот тут висит огурец. Дашуль, как это называется? Что? Вот это. Огурец. Огурец. Это мы с Дашкой делали. Да. Ура! Это мы с Дашкой делали в прошлом году. Это я вязала. В общем, мы тут пособирали всякие украшалки наши. И мы с Дашей записали видео, так? Для Дашиного канала. На русском, да, там, где мы учим слова русские и немецкие слова, да. И там, наконец-то, спустя полтора года или сколько, мы снова загрузили видео. И там вот она украшает дом. И там тоже есть несколько слов на... Там 10 слов на новогоднюю тематику. И, я думаю, я и это еще не видела. Там ушки. Ушки есть у нее, да. И вот тут еще новогодние эти вот пакетики, да, всякие вещи, которые я вязала. Теперь мы их вешаем на лестницу. Спасибо. Ребята, мы приехали на рынок. На рынок с елками. Выбирать елочку. Tastes so gross. Ist das nicht so groß? Ich weiß nicht. Выбрать елку. Какое это нелегкое задание. Эти ламы есть в разных размерах. Мы зашли в магазин, который возле елочного рынка. Тут всякие такие красивые штучки новогодние. Эти совушки прикольные, три друг на дружке, сверху там корона с лампочками. Ой, столько всего классного. Сыр?
Danke vielmals. Ihnen auch, merci. Ade. Ist das sonst? Ребята, сейчас выходила на улицу, с улицы на улицу, как же холодно, и это еще не зима, зима. У нас в этом году будут оливковые виньеты, желто-оливковые какие-то такие. В этом году были фиолетовые, но, в общем, разница заметная, конкретная, от фиолетового до желтого. Так, сейчас едем домой, будем наряжать елочку, попробуем записать Дашке еще одно видео в ее, на ее канал, там, где мы учим русский язык с ней. Ну как мы учим? Начиналось это все с того, что чтобы она начинала повторять русские слова говорить, и вот именно это и дало толчок к тому, что она стала говорить по-русски. И это было давненько, как бы, то есть она начала говорить, и я как-то сразу, у меня не было больше идей, что записывать, как записывать эти видео, как делать, и мы прекратили. Теперь перед Новым годом две идеи: одна, как украшать дом, другая, как наряжать елку, как украшать елку. Вот, и сегодня мы вышли, я, честно говоря, с утра еще стирала занавески, убирала в доме, занималась своими делами по ходу дела, и устала. Еще сегодня думаю наряжать елку прям. Прям ого. Помогай, помогай. Начинай снизу вверх, Дашуля. Так, ребята, наша елка. Там и одного паука вот такого огромного. Это тело его такое, да, это не целиком. Выловили сейчас, не знаю, из елки или он просто в гараже был. Давай, ура, сейчас будет так елочкой пахнуть в доме. Можем поставить, у нас есть. Елочка, елочка, зеленая иголочка. Ой. Да, расправить надо эту елочку. Там Дашка нашла еще кусок, да? Угу. Очень большой, можно вот такой. Да. У меня свадьба. Ты невеста? Нет! О, Ирочка, если тебе и кается когда-то, то это Даша про свадьбу играет. Да! Давай. Не буду про свадьбу играть. Не будешь про свадьбу играть? Что сейчас надо сделать? Ура! Что это такое? Так, ты начинай, Паша, тут. Давай. Мяску. Не пугайтесь, да. Так что давай, это у тебя что? Вода. И воду мы куда? Сможешь? Куда, конечно, вообще не спать. Да. Давай, наливай. Что, давай, я подержу. Нее? Я подержу тебе, ню-ню-ню. Так. Лей водичку. Всю-всю выливай, там еще даже надо будет больше. Всю-всю-всю. Для елочки, да, чтобы она дольше... Ой, чуть в камеру не влезла. Чтобы дольше она стояла. Ребята, покажу вам еще наш план работы на завтра. Не знаю, завтра или послезавтра. На завтра тоже еще дела есть. Хотя послезавтра тоже. Ну, посмотрим. Просто сейчас предрождественское время. Хочется всех пригласить в гости. Хочется ко всем сходить. И куда-то, да. И просто каждый день забит вообще. Сложно, сложно. В общем, я заказала вот такие вот формочки на сайте всем известного названия китайского происхождения для печенюх. Ну, мы, скорее всего, будем печь пряники. Мы вот в этом году, смотрите, столько пряников с Дашкой пекли и украшали. Мы просто это не записывали. Это уже наша была четвертая партия. Это Дашина украшение. Да, лежат они, конечно, украшать любят все, но есть глазурь, это же сахар, это никто не хочет, ясное дело, это я украшала. Поэтому, да, и ты тоже. Поэтому те, которые без глазури, мы их съели практически сразу, тут вот есть еще парочка.
Наелись, а теперь эти лежат и ждут, когда их съедят, чтобы можно было съесть новые, спечь новые пряники, да. Вот, я, короче, заказала такие штучки, очень классные. Я такие формочки видела у нас в магазинах, но они как на пружинке такие. То есть ты выдавливаешь... Где это его? Это его? Это... Нет, это не его, а вот это его. То есть ты выдавливаешь форму, прижимаешь, и она отпружинивает назад. А тут все отдельно. Ну, посмотрим, как это работает, работает ли вообще. Вот такие вот прикольные. Тут много классных. Ёлочка мне очень нравится. Вот такая вот ёлочка. Вот, попробуем завтра что-то сделать. Да, ёлку, честно говоря, думали, будем сегодня украшать, но пока пришли, пока она постояла, бах, уже ночь. Будем украшать завтра. Вам желаем спокойной ночи и встретимся завтра утром. Пока! А я держу твой рюкзак. Давай, у меня тут и для кроликов огрызки. Снег, у нас снег выпал. И уже тает. Даша, ты решил... Не три, так не надо. Тут ты краску можешь поцарапать, наверное. Уже все, уже. Смотри. Надо срочно играть со снегом, пока он не растаял. Да? Ой, молодец. Идем, Дашулька. Я надеюсь, до паузы этот снег дотерпит сегодня. Выпал снег, и сразу все такое красивое. Что ты мне? На, это что, хулиганка? Я тебя сейчас в снеге вывалю. Я тебе не хочу. Не хочу. Да, Шолька, ну не надо. Ты пойдешь потом в садик, а я буду мокрая тут стоять. Ох, как я тебя сейчас кину снежком в тебя. Как кину снежком в тебя. Пуф. Давай, иди, Дашуля. Снег, снег, снежок. Да? О, смотри, как. Ага. Алло. Что она сделала? Снег облизывала. Водичка. Да. Дашка, ты еще кашляешь. Давай не остужай себе то, что не надо остужать. Ну все, я сегодня тогда не готовлю. Возьму лопату. Накидаю тебе целую миску. Держи. Пока, козелики. Я тебя люблю. Сливай меня, пожалуйста. Да. Ты смотри аккуратно, не поскользнись, не упади, хорошо? Так, я буду первая, кто оставляет следы. К зайцам. Не к зайцам, а к Дашке. Сказать Даше пока. Дашулька, давай скорее. Пока, Дасюнь. Пока. Муа. Пока. Сегодня, на удивление, Даша вышла вовремя. Не как обычно, когда она летит в последний момент. Так, зайцам сегодня достаются огрызки от огурцов. Вы будете это есть, зайки? Знаете, ну продвинься, ну немножечко пройди, ну ёлки-палки. Джеймсом тут построил двухэтажную клетку. Но одна у нас ослепла, зайка. И, как мы выяснили, это нормально для зайцев. То есть это не нормально, но это очень частое явление в заячьем мире. И вот Маша ходит наверх. Иди сюда, Маша. Маша ходит наверх, потому что она видит хорошо. Она такая активная. А Глаша сидит только внизу. И только внизу. Вот это ее типа уровень. Вон у них там много места. Есть где развернуться. А Маша поднимается наверх и сидит наверху. Это там ее территория, как будто бы. В общем, они разделились. Они, конечно, и вместе сидят, там обнимаются, греются.
Да, я знаю, ты ждешь зернышки. Она хочет только зернышки есть. И тут такой замес. Всякие разные. Я знаю, что там семечки вижу, кукурузу, пшеницу и вот эти вот. Ой, не отруби, а как они называются. Ну, в общем, все вот это вот для животных. Она это очень любит. Так? Да, сразу прибежала. Конечно, конечно. Зайки, зайки. Мы их больше уже, естественно, на траву не выносим, потому что у них тут достаточно места развернуться. Оно как бы и высокое. Они могут и на лапки встать, и побегать. У них тут достаточно места теперь. Глаша, Глаша. И Маша, Маша. Только Маша, Маша стала такая более неручная. Тут как место появилось, где развернуться есть. Она всегда убегает. Ребята, еще хотела сказать. Вчера записывала видео, где презентовала все свои вот эти вот новогодние игрушечки, ну, которые не в форме новогоднего шара, да. Там у меня есть сердечки, конфетки, грибочки всякие разные. И... Ой, надеюсь, из этого видео что-то получится, потому что я хотела сделать как бы такой обзор, что еще можно сделать к Новому году, помимо вязаных шаров, да. И, в общем, очень надеюсь, что у меня это видео получится. Оно выйдет даже раньше этого влога, скорее всего, на канале по бисеру, как обычно будет на русском и немецких языках. И вчера еще мы... Дашка очень хотела украшать елку, но я была занята, и я ей повесила только гирлянду. Две штуки у нас тут есть. Вот точно такие же, как тут, горят таким теплым белым цветом. Повесила. И я, когда шла, зацепилась ногой и оторвала там один проводок. И, естественно, их тут две штуки, одна в другую цепляется. И сейчас надо просто подсоединить там тот проводочек. Припаять, да. Вчера мы еще были у моей подружки и делали вот такие вот снежинки из бусин. Я ей показала, как это делать, ей очень понравилось. Я успела сделать еще две. Вот, хочу разровнять их все, ну вот эти разровненные, которые свеженькие сделаны, а те, которые у меня лежали уже много лет, те хочу вот разровнять, выровнять, не знаю, может им сделать другое это вот прикрепление. Потому что Дашка украшала вчера елку, и я ей дала только эти игрушки. Тут еще нас ждут стеклянные игрушки. Это будем делать, наверное, сегодня или завтра утром, не знаю. Вот еще один такой грибочек. Кому интересно, заходите, посмотрите там. Правда, такие вот украшения новогодние. Так, еще вчера я тоже буквально в двух словах презентовала X-туль. Вот что я сделала. Так, где-то у меня еще, да, елочка вот такая вот была. Вот что я сделала. И по этим штучкам тоже будет видео, но только на немецком языке, потому что на русском пока еще не попросили. Но сказали, что этот прибор будет когда-то в России тоже, и тогда я буду рассказывать про него. Я вот вырезала такие формы. Вот эти две, нет, вот эти три, это я сама их сделала. Вот это было в заготовках, да. Потом я вот это, по-моему, показывала или нет. Ну, вот такие вот формочки. Эта программа поддерживает русский язык. Я вот просто тестировала. Там в настройках надо знать, что ты настраиваешь, надо уметь. И пока, ну, не попробуешь, да, не узнаешь, как это все. Тем более я это впервые делала. Поэтому гномик этот такой, ну, нечетко отпечатан. И нечетко отпечатан. Вот для примера, да, я делала вот этого оленя. И вот это была моя первая попытка. Вообще ничего не видно. Вторая попытка уже почетче. И третья попытка, смотрите, как четко понятно, что там происходит. Да, все картинки из интернета, можно абсолютно любые картинки брать и выжигать. Вчера я сделала подарок детям, где мы этими вот снежинками занимались. Там была такая новогодняя единорожка и имя написано. И был еще этот Маршал из Paw Patrol, и написано тоже имя мальчика. И они взяли их, разукрасили. Я не знаю, вот у детей какая-то мания вот просто брать и раскрашивать эти вещи, потому что Даша свою первую тоже раскрасила и вырезала. Ребята, прошло еще сколько? 2 дня? Мы наконец-то наряжаем елку, ура!
Да? Ура! 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 Да, сейчас вечер у нас, пятница вечер, мы решили с Дашкой немножко поднарядить елку. Завтра нам папа отремонтирует огонечки. Так. И будет у нас уже... Потому что папа наступила на кабель. Да. Да, я говорила. Наступила и порвала, да? И сегодня купила новый шарик. Вот такой. С пушочком, да? Пушочком. Не знаю, мне так сейчас нравятся блестяшки и всякие вот такие пушочки. Прям слов нет. Так, мы добрались до наших больших шариков. Мелкие мы уже повесили. Ну, мелкие такие. Предыдущего размера. Вот такое сердечко, бабушка, очень ага. Давно. Спасибо, Дашулька, да, это очень давно такое сердечко стало. Только вот я сейчас вижу, что это сердечко висит прямо возле этого сердечка, значит, это надо перевесить. Это я тоже сегодня купила. Это просто обычный такой пластик. У меня идея вообще каждый год докупать настоящие... Сейчас, подожди, у меня камера съехала. Докупать настоящие стеклянные шарики. Там буквально 5 штучек, не больше. Там. И через много лет будет какая-то коллекция вот такая. Вот теперь очень большой шарик. Классный, так? Конечно, да. Нет, но только... Вот за... так пойди в садик. Нет. А, будет смешно. Давай, куда ты его повешаешь? Как-то елка такая зеленая вообще, а вот вешать, не знаю, никуда. Куда не повешаешь. Нет, никуда. Нет, куда не хочешь повешать, уже что-то где-то висит. Так. Эти крупные вообще надо по низу вешать. Так, Дасюнчик. О, нелегко. Тип-топ. Супер. Ребята, у нас сейчас будет чудо, Даша включит елку. Включай. А, ты ее уже включила? Да. Кто-то успел? Садись. Да не, оставь, давай покажем. Ну давай. Чудо номер два. Первое чудо не удалось, теперь будет второе чудо. Да? Включай. И опа, елочка горит. Ура! Да, завтра добавим еще вот такие вот беленькие огонечки. Слушай, выключи свет, а то ничего не понятно, как она тут светится, не светится. Стой, разобьюсь! Осторожно, Даша. Не отключит. Дашку просто ударила током, да. И она мне, ну, тут в розетке, я не знаю, что там конкретно происходило. И она такая говорит, ой, меня кто-то тут укусил вот так. Я говорю, кто? У нас же вроде уже никто не летает, сегодня снег пошел, уже все мухи и комары, наверное... Уснули. И кажется, это был ток, да? Это было больно? Не очень. Да? О, ужас какой. Давай выключаем свет. Сейчас я уже знаю, как больно это может быть. Да. И если ударить... Как вот сильная рука. Ага, по всей руке. Ау! Смотрите, какая у нас светомузыка, да? Даша, не дискотека, а просто светомузыка. Ребята, на этом мы с вами прощаемся. Пока-пока.